Председатель Коломенской территориальной организации Межрегиональной общественной организации Российского профсоюза работников культуры Наталью Владимировну Щербакову. Сегодня уже много сказано теплых слов, пожеланий на этой сцене. От себя хотелось бы добавить, что 40 лет — это еще не возраст. Но несмотря на это, за эти несколько десятилетий была проделана коллективом огромная работа. И сейчас мы видим сплоченную, большую, дружную команду во главе замечательного руководителя, талантливым директором Марины Владимировны. Огромное ей спасибо за поддержку профсоюзной работы в учреждении. Благодарю председателя первичной профсоюзной организации Фуфаеву Людмилу Николаевну за ее преданность в работе. Ну а коллективу что хотелось бы пожелать? Чтобы день на работе у вас начинался с хорошего настроения, добрых слов, улыбок, а заканчивался вот таким благодарным зрителям. С праздником, друзья! Разрешите от Коломенской территориальной организации профсоюза работников культуры вручить поздравительный адрес и традиционно подарок от профсоюза директору Макаркину Марине Владимировне. За многолетний добросовестный труд, вклад в укрепление единства профсоюза работников культуры и в связи с 40-летием Центра досуговой культуры Акатьева почетная грамота награждается Макаркина Татьяна Сергеевна. Макаркина Марина Владимировна. Скобелева Светлана Викторовна.